12 часов в Кирове. Программа «Дневной разворот» продолжается. Анна Лапшина, Владимир Сметанин. Мы по-прежнему здесь. Гости наша другая. Да, добрый сменился день. Сменился состав гостей, сменилась нашу, тема. Да, представляем нашу гостью. Тему анонсировали час назад. Екатерина Арбузова, руководитель общественной организации помощи бездомным одиноким «Одиноких.нет». Екатерина, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Да, мы сегодня попытаемся объективно разобраться в сложившейся ситуации. Я с вчерашнего дня читаю подробно вашу группу ВКонтакте «Одиноких.нет». Вот ситуация, прямо скажем, непростая. Очень значит, непростая. 27 апреля... Ну, видимо, придется пересказать Словах. 27 апреля депутаты городской думы приняли решение выделить безвозмездно в пользование вашей общественной организации помещение в доме на Подгорной, 18. Это многоквартирный жилой дом, я так понимаю. Это помещение, оно имеет отдельный вход, да? Обособленный вход. Да, там 288 квартир, около 400 жильцов. Да, в общем, это жилой дом. Рядом достаточно плотная жилая застройка, рядом есть общеобразовательные учреждения, есть организации там, спортивного, дополнительного образования. Вот. И когда я читала новость администрации вот, по итогу заседания городской думы, где было сказано, что жители не против, я на самом деле, конечно, удивилась и очень порадовалась за кировчан, потому что мы все помним эти достаточно тяжелые проблемные истории из других городов, в частности, из Москвы, где питерский проект «Ночлежка», проект тоже помогающий бездомным, пытался зайти и организовать, по-моему, сначала прачечную. Они хотели, и вот тоже столкнулись с массовым противодействием местных жителей того или иного района. Удивилась, и, собственно, как бы на следующий же фактически день появилась информация о том, что житель-то оказывается против. Было такое внеплановое собрание 29 апреля, на котором вы, Екатерина, тоже были, и жители говорили, мы не хотим. При этом по закону администрация города, как я понимаю, не должна была спрашивать у жителей согласия на размещение вашей организации, потому что помещение в муниципальной собственности. Может быть, ошибаюсь. Хотя депутаты... якобы на заседании городской думы была озвучена информация о том, что да, жители вроде как не против. Может быть, это связано с тем, что просто никто не хочет там горячего какого-то там очередного социального конфликта. Так или иначе. Вот. Ну, чтобы мы понимали, географический дом располагается рядом с большим трамплином под Подгорной, 18. Это большой, да? Большая девятиэтажная, девятиподъездная многоэтажка. Многоэтажка. Да, такой довольно известный дом. Там располагаются на первых этажах, вот перечислено в частности в уже опубликованном документе, и помещение детской спортивной школы Олимпийского резерва номер 3, спортивный клуб «Каскад». Напротив, по адресу дома Подгорная, 18, расположено помещение детской студии развития «Улыбка», детско-юношеского спортивного клуба «Самсон». В общем, достаточно такой очень активный район, много и взрослых, и детей. И мы, Екатерина, нисколько не сомневаемся в позитивности ваших действий и ваших намерений, да, и как руководителя вашей организации, мы, безусловно, понимаем, что людям, оказавшимся в сложной, да, жизненной ситуации, надо их поддерживать, надо их кормить, оказывать какие-то прочие жизненно необходимые услуги, потому что жизнь у нас всего лишь одна, и все, что в наших силах, нужно, безусловно, делать для того, кто нуждается в этой помощи. Не подвергаем ни в коем случае сомнений. Мы просто вот сейчас хотим разобраться, а какой выход-то найти, да, из этой ситуации. Можно я вас сразу сейчас спрошу, а потом мы перейдем к истории взаимоотношений с администрацией, с общественностью, с бездомными. Я кое-что от себя скажу. Да. Конечно. Ну, во-первых, пользуясь случаем, очень хотелось бы обратиться к слушателям, если кто-то неравнодушен, как вот только что озвучили, да, к помощи бездомным людям, вы всегда можете и стать волонтером, и помочь нам, в том числе финансово. У нас есть сайт «Бездомность.РФ», то есть, пожалуйста, мы там все пишем о нашей деятельности, присоединяйтесь, будем очень рады. В связи с именно вот недавними событиями, да, хочется также сказать, что действительно мы получили помещение для безвозмездного пользования с поддержкой администрации, с поддержкой депутатов городской думы. Наши, то есть как бы мы очень благодарны. Единственное, что действительно какое-то вот недоразумение произошло, что жильцы... как-то вот даже нас не смогли, к сожалению, выслушать. В принципе, вот я, что я озвучила на собрании 29 апреля, что, пожалуйста, не воспринимайте меня как угрозу, ни в коем случае, если вот вы выслушаете проект, скажете, мы против, мы не станем этот проект реализовывать в данном помещении. Ну вот, знаете, но собрание, которое сегодня должно было быть, где вы хотели презентовать, его не будет. Не состоится у вас. Да, у вас в группе написано про это.
Ну, так как я обещала 29 апреля и жильцам вслух, я сказала, пожалуйста, выслушайте нас, скажите нет, мы не зайдем. В принципе, они слушать не стали, но сказали нет. Собрали следовательно, более мы не заходим, подписи. По крайней мере, с этим проектом. Слушайте, вот, по-моему, один из ключевых вопросов, какая-то подготовительная информационная работа проводилась со стороны жителями. Администрации. Жители были поставлены в известность, что вот наступит этот момент. Вы вообще когда узнали, когда что вы получите решение? Именно да. это помещение? Да. То есть вы, я так понимаю, ведь в администрацию обращались с просьбой предоставить вам помещение, и, наверное, какое-то время вам предлагали разные варианты. То есть вот было вообще время на то, чтобы какую-то подготовительную работу с жителями провести? Вы знаете, я понимаю, что это вряд ли входит в ваши задачи. Вы знаете, на комиссии депутатов, в принципе, присутствовали СМИ, как я поняла, потому что на следующий же день вышла новость о том, что Подгорная 18 предоставляется для нашего проекта, описание проекта последовало. На комиссии депутатов нам задали вопросы, проголосовали за, поддержали нас. И 20 апреля, в принципе, я и выехала поговорить со старшим по дому, Геннадием Кузьмичем Конышевым. Также там был и Сергей Владимирович, да, который и депутат, и жилец одновременно. То есть депутат принесла... Гордумы вот того микрорайона. Да-да-да. То есть как бы я принесла от нас описание проекта и какие-то точки напряженности, вопросы жильцов, тревоги жильцов. Мы попытались вот именно список прямо как бы от жильцов представить вопросы, список составили, ответы наши предложили. Ну то есть как бы все было прочитано. Вы знаете, перед нами не ставили, не было как бы цели обойти, например, всех жильцов сразу же. То есть... Но вы понимали, что вы столкнетесь с противодействием или не понимали? Вот этот мы предполагали, ожидали или, да, мы предполагали, что, конечно же, может начаться паника, почему мы и составили вот такой список, и на собрании-то, которое вообще-то 5 мая планировалось, да, вот мы хотели представить наш проект, ответить на все вопросы, договориться, но если не получилось бы договориться, значит, наш проект, повторюсь, и не реализовался бы. Тут надо сказать очень важные как бы вещи, да, потому что обычно мы привыкаем к тому, что помощь бездомным чаще всего это либо медицинская помощь, как доктор Лиза, либо кормление, вот мы видим выездные кухни какие-то, раздача пищи. Да, кухни, раздача пищи и все остальное. Ваш проект, он этого не включал. Он включал в себя немножко иное, да? Да, конечно. Уличный проект – это точка входа, это низкопороговый проект, на который может прийти человек, в принципе, и даже в состоянии опьянения, чтобы человек ему не стало это, плохо. Это вот мы про кормление говорим, про раздачу пищи. Да, мы дадим ему суп. Это проект уличный. А проект «Центр» – это уже высокопороговый проект. То есть, как а минимум... если проще говорить, что значит низкопороговый, высокопороговый? Ага, ну вот смотрите. Низкопороговый, если подойдет пьяный человек, и ему очень сильно хочется кушать, мы дадим ему суп. Это низкопороговый, это уличный проект. Все могут, даже прохожие сильно хотят кушать, пожалуйста. То есть какая-то первичная помощь, да, вот самое необходимое. Да, да. Вот накормить, еще... чтобы человек был сыт и чувствовал себя в да, тепле. Совершенно да. верно. Как бы первое знакомство с возможными клиентами. Там происходит знакомство, и дальше уже, если человек слушает и говорит, мне нужна помощь юриста, мне нужна помощь соцработника, на улице такие... услуги оказывать невозможно. И вот тогда уже вступает да, высокий порог, то есть ты идешь в центр, но ты должен, во-первых, быть трезвым. Да? То есть на ступеньку выше подняться во всех да, отношениях. Или, да? Я даже не то, что во-первых, во-вторых, но ты должен быть трезвым, и ты должен хотеть исправить свою ситуацию. Кто не хочет исправить свою ситуацию, тот не пойдет в такой центр. Он будет кушать суп и будет дальше жить там, где он живет. Как давно вы искали помещение под этот центр? Как давно у вас эта идея возникла? Ну вот, в принципе, летом мы зарегистрировали организацию нашу в июле прошлым летом, именно в 2021 году, именно с этой целью обратиться. То есть из прошлого лета вы пришли в администрацию города или вы к депутату? Ну, расскажите пришли, поподробнее, как вы да, вышли на представителей власти и заявили о своем желании вот, получить. Какую-то площадку. Ну, вы для знаете, того, чтобы мы шли по обычной процедуре, то есть мы подавали. Мы не знаем, просьбы, мы слушатели да. Да, мы никогда не занимались подобной деятельностью. Даже. Представляем, где-то там, да, куда можно обратиться, но вот конкретно этот путь не проходили. Поэтому расскажите нам, какие у вас-то шаги были конкретные, да. Ну вот смотрите, мы подавали, да, действительно, мы писали в департамент муниципальной собственности, так, обращение. На сайте администрации города выложены все нежилые помещения, которые некоммерческие организации могут, так сказать, запросить для своей деятельности на благо города. То есть это мы и сделали. Запросили, выбрали. И так далее. Вот, в принципе, вот так началось наше общение. Вам далее... предложили сразу это помещение или вам несколько вариантов предлагали? Просто вот для понимания.
Ну, вы говорите, посмотрели, выбрали. Да. На наш взгляд, вроде как в администрации должен быть какой-то фонд. Ну, да? Список какой-то, да, выбор из помещений, который... Да, ну, список город есть. Город ведь не маленький, где бы вам было территориально располагаться удобнее, да? Был у вас такой выбор вообще? Территориально мы запрашивали филейку. Филейку. Филейка Лепси АЦМ, потому что с этими клиентами из этих районов мы работаем уже больше 3 лет. И хочется именно оказывать помощь в шаговой доступности. Понятно. Но помещений мало. И даже и на сайте мало помещений, которые подходят. вот нам показали это Подгорную 18. Мы посмотрели, нам подошло. Мы сказали, нам подходит, спасибо вам большое. То есть инициатива исходила не от вас. Вы не претендовали конкретно на Подгорную 18. Вам и не говорили, дайте нам этот дом. Да. Нет, проговаривайте, да. Да, надо сказать просто, что к нам присоединилась по телефону Ольга Потапова, руководитель службы милосердия Вятского общества во имя святителя Николая при Спасском соборе. Ольга Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, и вы с Екатериной, насколько я понимаю, тоже знакомы немножко лично, да? Да. У вас примерно такая же миссия, что называется, да? То есть среди тех людей, которым вы помощь оказываете, наверняка тоже есть бездомные. И вот я, насколько помню, несколько лет назад при Спасском соборе, там совместно, я так понимаю, с Т+, по-моему, да, появился вот этот проект «Теплый дом». Два ангара недалеко от Трифонова монастыря. Я тогда еще удивилась. Я думаю, ведь не совсем, наверное, удобно вот это помещение, которое в металлических ангарах располагается, да, надо, наверное, там, ну, проблемы, может быть, с водоснабжением, с отоплением, еще с чем-то. Думаю, может быть, имело бы смысл поискать где-то в городе, а оказывается, это проблема, да, то есть не настолько это просто с точки зрения добрососедства. Ну, получается, да. И мы очень были, в принципе, рады, что у нас нашлось вот такое место, немножко так далеко отстоящее от жилых кварталов. Потому что, ну, понимаем, что, да, и оно изначально оно планировалось именно как ночлежка, чтобы, да, люди туда приходили, оставались там на ночлег. И мы, конечно, понимали то, что это желательно бы, чтобы это находилось немножко подальше от, ну, как бы сказать, вот от жилых кварталов, от людей, потому что, ну, негатив, конечно, есть к таким людям. Ну, что делать, это у нас так вот. У вас немножко получается профиль другой, то есть вы услуги оказываете именно проживание там, да, ночного, да, в холодное время, питание. Да. Были ли у вас попытки как-то, я не знаю, все-таки в городе что-то подобное сделать? Я, насколько помню, у вас есть какая-то квартира сопровождаемого проживания вот для людей бездомных, или я ошибаюсь? Да. В феврале месяце мы нашли такую квартиру. Это проект был для бездомных инвалидов, которые не могут пока оформиться в интернат, допустим, так или иначе, или получили какую-то травму и не могут передвигаться. То есть у них нет дома, и получается им вот это вот время, им вообще, ну, вот негде жить. Кому мы можем, если у них есть какая-то, в общем, возможность в интернате проживать, мы им помогаем в этот интернат оформиться. То есть люди получили травму, они точно так же могут проживать вот у нас на нашей квартире. Но и эту квартиру мы искали очень долго. Это в аренду квартиры сейчас. Да. И у Екатерины, Ольга, есть вопрос к вам по, я не знаю, давайте. Хотелось бы спросить, вот в связи с недавними событиями, хотя наш проект не предполагает ни ночлега, ни питания, но тем не менее, Ольга, не могли бы вы поделиться, был ли у вас какой-то негатив со стороны жильцов дома, где квартира находится? Нет. Не было? Нет. Не было. А квартира в многоквартирном доме располагается, да, в обычном? Да. То есть ваши клиенты не пугают детей, не пугают мам, не пугают пап? Все хорошо? Ну, как бы никто пока не пугается. Пока этого не было. Ну, по крайней мере, какое-то явное выражение это не имеет, да? То есть никаких конфликтных ситуациях не возникает. Тут смотрите, какая история. Все-таки это люди, как сказала Ольга, это люди с инвалидностью. Они, физическими увечьями. Они, наверное, не постоянно там, да, из квартиры выходят, заходят, возвращаются. Или есть люди такие, кто... Нет, ну, конечно, они выходят. Мы же заперти их не держим. Они, понятно, что, да, они выходят, все равно какая-то прогулка. Ну, то есть, кто сколько может по мере своего состояния здоровья, так скажем, да, вот, мы их сопровождаем в больнице, так или иначе, постоянно, как бы, и, видите, существенный плюс в том, что там все равно есть контроль, то есть определенное правило поведения, которое мы оглашаем, они с ними соглашаются, то есть заранее, что это есть распорядок дня, который они обязаны соблюдать, у них есть администратор, который проживает с ними круглосуточно,
То есть они нормальный, здоровый образ жизни, грубо говоря, вот, ну, то есть, да, они фактически, вот инвалиды, вы их ничем не отличите от остальных людей. Угу. Как бы, то есть они вот точно так же передвигаются, как бы, да, там не пьют, не это самое, не дебоширят, громко музыку не слушают, там, в общем, как бы. Ольга, позвольте уточнить, то есть эти люди не нарушают правила, вы с ними договариваетесь, нет, они их выполняют? Да. Да. Потому да. что, видите, жильцы вот в нашей ситуации именно как-то переживали, что мы не сможем вот почему-то именно договариваться с бездомными людьми. И вот вы сказали, у вас администратор проживает, все под контролем. Вот как-то жильцов тоже мы не могли успокоить, что у нас будет администратор, вот к сожалению. Ну вот это плохо, да, вот к сожалению, люди, они просто не захотели услышать, что же это будет за центр. Вот это самое главное, как сказать, мне кажется, вот, ну вот ошибка, да, они услышали слово «бомж», и не понимая, что такое слово «центр». И для чего он, они просто не захотели даже это выслушать. Вот это очень жалко. Очень вот жалко, быть, очень обидно. Вот, может быть, вот это слово «бомж», именно, которое на самом деле даже юридически неверно, да, это из жаргона милиции 90-х годов перешло, в обществе появилось, вспыхнуло и никак не уйдет. Вот, может быть, вот это слово, если убрать из нашего лексикона, мы вот предлагаем говорить все-таки «бездомный человек», «бездомные люди», тогда mm-hmm. меньше и страхов, может быть, стереотипов было бы каких-то. Вот как вы считаете? Я думаю, что да. Может быть, даже как-то бы, если бы говорить, что людям без определенного места жительства, или там вот, именно нуждающимся, может быть, там центр было называть что-то связанное со словом «милосердие», может быть, как-то по-другому люди немножко бы как бы это все восприняли, потому что таких центров вот у нас по городам ведь очень много. У нас вот в Перми есть центр, называется «Время передышки». Точно так же они располагаются в жилом доме, подвальное немножко помещение, вход со стороны, с другой стороны, где подъезды. Но они также не получили от города это помещение, сделали ремонт, они много времени там существуют, оказывают огроменную помощь вот, тем то нуждающимся. Положительные, положительные примеры тоже есть не только в Кирове. Да, да, да. Такого да. добрососедского отношения, конечно, и отсутствия конечно. Проблем. Самое главное, это просто нам нужно всем понять, что это тоже такие же люди, угу. такие же люди, как и мы, но попавшиеся действительно вот в такую как бы ситуацию, и часто не по их вине. Ольга, скажите, я все-таки уточню, квартира, которую вы вот арендуете, сопровождаемого проживания, она находится в каком районе города? В Первомайском. В Первомайском, то есть это старый центр города, насколько это большой дом, вот это важно для нашего... Пять подъездов. То есть это не маленький дом, это не двухэтажка там с 8 нет, квартирами. Нет, это нет. большой дом. Понятно, спасибо. Ольга Потапова, руководитель службы милосердия Вятского общества во имя свидетеля Николая при Спасском соборе, с нами была на связи. Разные опыты. Да, я понимаю, есть. Я сейчас просто предлагаю поговорить, по крайней мере, до рекламы исключительно с Екатериной. Вот сейчас мы просто подходим к этому, мне кажется. Звукорежиссеру просто да. говорим, что пока не нужно нам следующего спикера набирать. До рекламы не нужно. Вот сейчас мы постепенно подходим. Надо сейчас поподробнее поговорить все-таки, наверное, про ваш проект. Что в ваших планах там должно быть? В этом помещении. Мы сейчас его не привязываем, да, ни к какому конкретному месту, не ни к какому адресу. Не обязательно, да, Подгорный 18, да, это да, вообще, я что вообще планируется. Что да, да. у вас запрогнозировано? Вот, если вкратце, даже в двух словах, представьте себе многофункциональный центр, но для людей, которые либо вот как бы на грани бездомности, пока еще есть ночлег, но человек уже с трудом справляется, либо уже иногда бывает негде ночевать. Причем это в том числе может быть мама или жена, которая ночью бродит, потому что боится, например, побоев. Да? Это может быть и муж, который хочет оставить квартиру жене и детям. То есть тут совершенно... Или пенсионер, которого просто выгоняют дети, например. Всякие вот такие ситуации очень mm-hmm. частые. Это для примера наши клиенты. То есть это не обязательно опустившийся, спившийся нет, человек, конечно. Который не хочет работать, не готов социализироваться. Это абсолютно разные случаи. Да. Да, это абсолютно разные случаи. Люди, о которых вы сказали, которые не хотят получить помощь, они будут спокойно кушать суп, чтобы они ни в коем случае не умерли от голода. Наши уличные проекты существуют. В другом месте. В другом месте. Здесь, где центр да. располагаться будет. В другом месте. Так. А если поподробнее, то входит в наш проект консультация соцработника, консультация юриста и психолога. По возможности мы работаем сейчас в плане волонтерства, связи налаживаем с православной ассоциацией психологов, например. Да, мы общались
обратилась Ассоциация юристов России именно с запросом о волонтере, но без помещения ни те, ни другие, конечно же, не придут. Далее, доступ к интернет-ресурсу для связи с родными, для поиска работы, для поиска жилья. У людей ведь часто просто нет доступа в интернет, чтобы даже угол дешевый найти. Далее, выдача средств гигиены. Это может быть мыло, порошок, зубная паста. Вот элементарные вещи, на которые у людей просто денег нет, не хватает. Парикмахерские услуги у вас написано, да? Ну, вы знаете, мы сделали санитарно-гигиенические услуги, да, но вот в связи, допустим, с недовольством жильцов мы уже начали как бы обдумывать, что, может быть, сначала, допустим, обойтись без них, так проверить, как оно будет работать, чтобы люди не пугались. Потому что, когда мы озвучиваем санитарно-гигиенические услуги, сразу же у людей опять-таки вот этот страх, что придет нечесанный человек с огромной кучей волос, вздыбленных на голове, понимаете? То есть страхов очень много. Да, на самом деле у нас задуманы санитарно-гигиенические услуги, чтобы человек просто доступ к воде обеспечить. И, в принципе, мы хотели, вот планировали поставить стиральную машину, сушильную машину, чтобы человек мог постирать одежду, высушить ее, одеться и пойти. Ну и в холодное время года, конечно же, мы предусматривали, что можно будет чай налить, роллтон заварить и чуть-чуть посидеть в тепле. Но ограниченное время, ни в коем случае не день и даже не несколько часов. То есть просто зашел, погрелся, чтобы не погибнуть человек, дальше пошел. Я думаю, в расчетах своих, в планировании вы все-таки предполагали, а какому количеству вы вообще людей сможете оказывать услуги-то? Проходимость, я не знаю, какой тут термин использовать даже? Учитывая, что услуги будут разовые, в индивидуальном порядке, человек зашел, получил услугу, вышел, мы рассчитывали, что будет до 10 человек единовременно, это максимум, мы думаем, что будет меньше единовременно. Повторюсь, люди будут заходить и выходить, они не будут заходить, оставаться и пребывать. Ни в коем случае. Выходить во двор, гулять, возвращаться. Нет, такого нет, не будет. Не будет. Это все обговаривается и с людьми будет обговариваться. Люди, повторюсь, заинтересованы в получении помощи. Такие люди пойдут к нам в центр. Они услышат нас. Без, уж извините меня за этот термин канцелярский, койко-мест. Без койко-мест и практически без еды. То есть это не регулярный прием пищи, раздача пищи, как это обычно практикуется в уличных проектах. Никаких массовых мероприятий и никакой общественной столовой не будет. Екатерин, дальше ваши планы какие? Вот в ситуации, которую мы видим сейчас, что жители дома, там и соседних домов воспротивились, собрали подписи. Я так понимаю, что подписи эти уже передаются там либо в администрацию, либо в городскую думу. Что вы будете дальше делать? Ну вот на данный момент, конечно же, мы отступили, то есть мы ни в коем случае не собираемся с пеной у рта, да, что-то там добиваться, что Подгорную 18 дайте нам, ни в коем случае, это и не входило в наши планы, я просто повторяю на всякий случай, да. Ну мы уже сказали, что это не вы выбрали помещение и сказали, дайте нам вот здесь, а вам предложили его. Продолжайте. Так, я немножечко... Сбила я вас. Да. Простите, да. Просто мне не хочется отвлекаться на то, что вы сказали на самом деле. То есть... Ну, мы собираемся просто запрашивать, да, действительно искать другое помещение. Вот в связи с чем хотелось бы обратиться за помощью к депутатам, к Ковязину Михаилу Николаевичу, к Халевину Сергею Васильевичу. Хочется обратиться к ним за поддержкой. Ну, вот мы Михаила Ковязина наберем через несколько минут буквально. Можно будет сделать это лично, да, рассказать ему. Потому что, я повторюсь, опять же, администрация города поддержала нас, и депутаты городской думы проголосовали за. Мы очень благодарны. Но вот конкретно еще хотелось бы все-таки к Михаилу Николаевичу обратиться. За поддержкой. К Михаил Ковязин, насколько я понимаю, он депутат, по-моему, по этому депутат. Округу. Раз ЗАГС собрание, ранее городской думы, да, ныне областного ЗАГС парламента. Собрание. Еще немаловажный вопрос, который меня интересует. Да, я тоже сейчас не буду говорить, что эти люди, и не считаю вообще, что эти люди чем-то отличаются от других людей. Все мы хотим есть, все мы хотим быть в уюте. Нет, Володь, ну хотим вот быть давайте, чистыми, давайте прибранными. Так, справедливости нет, ради, да. пусть вот я сейчас буду выглядеть там, я не знаю, как крокодил, наверное, да, но я разделю опасения жителей, потому что люди, естественно, есть разные. Есть люди бездомные, которые хотят социализироваться и вернуться в обычную жизнь, нормальную жизнь, и у которых действительно есть проблемы, которые привели их на улицу, и это проблемы не всегда связанные с алкоголем, ленью там или еще чем-то. Обычно это серия проблем, да. Просто
просто не одна какая-то, и даже не две, а больше. Одно потянуло за собой другую, да. Есть люди, которые не хотят вот этого всего. То есть вот они, им хорошо в том вот мире, в котором они живут, и они не собираются ни документы какие-то получать, ни еще чего-то. Безусловно, проект но их меньшинство. Они есть такие, есть такие. Проект Екатерины, он рассчитан, вот этот проект центра, как раз на людей, которые хотят социализироваться, и, возможно, на их примере кто-то из их вот коллег, товарищей там, да, по прежней жизни, посмотрев на них, тоже изменит немножко свое отношение к жизни и свой образ жизни. Вопрос-то в том, что ведь их меньше-то не становится на наших улицах, этих бездомных людей. То есть либо часть из них идет в такие центры и социализируется, и получает документы, либо они остаются на улице и представляют из себя в том числе опасность для людей. Вот мне так кажется. Можно я кое-что добавлю в этой связи? Вы знаете, я вот мое мнение такое, да, будучи более 3 лет вот в этом информационном поле, люди, которым сейчас уже как вот действительно, допустим, уже не будут выкарабкиваться, им просто не помогли около 7 лет назад. Когда могли? Средний стаж бездомности в России, то есть сколько люди примерно... Могут прожить на улице до 7 смерти, лет, до гибели. 7 лет. То есть как бы, понимаете, этим людям не помогли 7 лет назад. Так вот наша задача сейчас, чтобы те люди, которые сейчас, вот они на грани, да, или уже помочь им, чтобы они через 7 лет не стали вот... Поняли вы, да, меня? Поняла. Михаил Ковязин к нам присоединяется, депутат законодательного собрания. Михаил Николаевич, добрый день. Алло. Алло, добрый день. Да, Михаил слушайте, Николаевич, здравствуйте, приветствую. Слушайте, сразу задам вопрос напрямую. Я вот, честно говоря, читая все эти материалы, смотря видео, я так и не понял. Так все-таки депутатам городской уж думы, не знаю, знаете ли вы, не знаете, все-таки говорили о том, что жители-то дома согласны? По-моему, один из ключевых вопросов. Ну, прозвучала информация, да, от депутата Коврижных о том, что совет дома не против. А там была какая-то сложная ситуация, то есть он разговаривал, как я понимаю, с председателем дома, председатель дома должен был поговорить с советом, вроде то ли поговорил, то ли нет. Должен, ну, общем, и как-то куда-то все что-то... В общем, вот. Да. Ну, как минимум, нам, наверное, было правильно было сказать, что там, ну, или нужно было или саму поговорить с советом дома, а еще лучше с жильцами, или же тогда, ну, чтобы информация не была... двусмысленно сказать, что председатель совета дома не возражает. Ну, то есть конкретизировать нас нужно было, да? Председатель совета. Да, потому что история-то как-то получила там продолжение, потому что потом на меня вышел совет дома, они сказали, мы вообще не в курсе, председатель немножко не так понял ситуацию, и вот отсюда и пошло все это эмоциональное развитие ситуации. То есть жители посчитали, что там их просто не поставили в известность, там сейчас мы не про юридическую сторону там обязаны или нет, а про социально-человеческую, потому что, наверное, да, муниципальное помещение может распоряжаться по своему усмотрению, но в силу специфики этого помещения, там, да, на мой взгляд, мое мнение, жители как раз этим и недовольны, что... Их не спросили. Не спросили. Да, Михаил... Да, я прошу прощения, Екатерина Арбузова, одиноких нет, она у нас в студии сейчас, она хочет вам вопрос задать или просьбу какую-то озвучить, как я понимаю, да? Да, пожалуйста, да. Можно, пожалуйста, да? Михаил Николаевич, вы знаете, ну, в принципе, вы знаете, да, наши волонтеры к вам уже обращались в 2021 году, то есть хоть хочется к вам за поддержкой обратиться, и вот такой вопрос у нас, у волонтеров у наших, они обращались в 2021 году, и вот вроде бы тут случилась такая ситуация, что нам выдали помещение при поддержке администрации, с поддержкой депутатов городской думы, но вот почему-то, вот, Михаил Николаевич, со всем уважением, ну вот к вам пошли письма от жильцов, что жильцы очень испугались, что они против, что они возражают. Но вы почему-то ни нашим волонтерам, ни даже вот мне, как руководителю организации «Одиноких нет», ну, не позвонили, не спросили, как бы не поговорили, а вот сразу же на собрание, сразу же списки давайте, ну, простите, вы не говорили давайте, но сразу же, что вот мы уже все вокруг против. Очень хочется как-то доверительных отношений от коллег, каких-то партнерских взаимоотношений, потому что мы ведь тоже трудимся на благо города. Вы жильцам сейчас помогаете, что замечательно. Мы бездомным людям. Давайте объединяться. Вот такой призыв. Да. Насчет того, что... Ну, я всегда говорю, что я с уважением отношусь к вашей работе. Значит, почему там ко мне вышли жители, и я узнал от жителей о том, что ситуация развивается таким образом, и они ко мне обратились с просьбой, что можно сделать, чтобы там не допустить этой ситуации. Я еще раз говорю, сейчас мы говорим про конкретную ситуацию на Подгорной 17.
и жители являются моими избирателями. Я говорю, если у вас будет достаточно большое, и это не только 2-3 человека, то, безусловно, я поддерживаю позицию большинства. Мы сейчас говорим только про конкретное это помещение. И когда я приехал на собрание и увидел тот эмоциональный настрой, который есть, и мы с вами там, к сожалению, вам не дали слово жителей докончить, и это, к сожалению, ну, не дело чести всем нам, с точки зрения культуры общения. Вот. Но сейчас жители просто выразили свою точку зрения. Мы сказали, мы не готовы. Я, в свою очередь, согласен, что такие там, помещения должны были быть, и они должны появиться. Просто Михаил... сейчас, наверное, главный... Да. Да, вот я так понимаю, что подписи собраны жильцов, а они куда-то сейчас отправлены, куда они унесены? В администрацию, в Гордуму? Да, подписи собраны, и они ушли в 3 адреса. Значит, Ковалева с просьбой еще раз поставить вопрос на голосование с учетом открывшихся фактов. Там на самом деле главное, ну, там помимо того, что жители были не в курсе, еще вторая информация, которая прозвучала из уст администрации, что, на мой взгляд, ввело депутатов в заблуждение о том, что потоки будут разведены в разные стороны, не будут пересекаться ни с детскими учреждениями, ни с детьми на площадке, гуляющих на площадке. К сожалению... Если в этом письме, я прошу прощения, у нас просто сейчас реклама, давайте сделаем так, давайте мы сейчас уйдем на рекламу, давайте. Михаил нас Михаил подождет Николаевич, немножко, попросим немножко, ладно? Да, конечно. Минутку Спасибо. Буквально подождать, конечно. Реклама. Возвращаемся в эфир. Михаил Ковязин, депутат ЗАГС Собрания, с нами на связи. Михаил, здравствуйте еще раз. С нами вы? Здравствуйте. Ага, давайте да. продолжим. Вот, я хотела вас спросить, в том письме, в котором вот есть обращение там, да, по поводу пересмотреть решение, по поводу Подгорной, еще чего-то. Я понимаю, что это не задача жителей, но, может быть, там есть упоминание или с вашей стороны, как депутатов, может быть, что-то потом будет. А по поводу того, что раз уж не это помещение, например, и пересмотрено будет решение, так может тогда ну, не бросать уже общественную Подожди, организацию? Подожди, ты сейчас додумываешь, да, Михаил Николаевич ответит? Нет, вот. Ну подождите, мне Нет, кажется, если это вопрос логично. Будет выноситься еще раз на голосование, то есть с какой целью-то это делается, да? На самом деле... сейчас решение принято о том, что помещение передать, что городская дума дала разрешение администрации заключить договор аренды. Сейчас, следовательно, я не так силен в юрисдикции, но ситуация может быть первая. Договор будет заключен. Второе, администрация решит, что да, ей дали право, но она договор заключать не будет, потому что это не обязанность, а право администрации. И следующая ситуация – это о том, что городская дума повторно вынесет вопрос на голосование с учетом там, и вновь открывшихся там, ситуации. С учетом резонанса вот этого, да? Ну, я бы сказал, он резонанс и получился, потому что вышла некая однобокая ситуация. Повторюсь, по закону, наверное, собственник точно может это помещение предоставить под собственником, я понимаю, администрацию. Но с точки зрения учета, я всегда ну, вот и писал в своих комментариях, что важно учесть все стороны. Сторону, безусловно, общественной организации, сторону администрации, сторону жителей. И я там написал, что да, наверное, с учетом этой ситуации, если будет принято решение, что на Подгорном 18 помещение не откроется, наверное, точно нельзя сейчас уйти в сторону и сказать, ну, тогда ищите место в другом месте. Выгребайте сами общественные организации, как хотите. У городской администрации, более того, возможно, у областного правительства есть пустующие помещения, которые, скажем, подойдут по всем категориям. То есть, да, когда будет, ну, вот то, что я считаю важным, это все-таки же желательно не в жилом помещении, потому что в любом случае конфликтная ситуация будет возникать. Вот, и не, скажем, но при этом, вот, не жилое помещение раз, но при этом, чтобы оно устраивало, как бы, и... Чтобы там были условия для создания этого центра. У нас же есть центр в Вересниках, но он не всем подходит, потому что он достаточно удален, он один на весь город. Ну вот Екатерина говорила, что район филейки ЦМ-Лепси, это то, что подходило бы им, потому что они изначально работают как раз в этих районах, и не хотелось бы бросать там тех подопечных, которые там уже есть. Екатерина, я продолжу вашу мысль, если можно. Дело ведь в том, что люди, которым мы помогаем, уже живут в этих районах, и если нам дали бы помещение в другом районе, получается, нашим клиентам пришлось бы, а денег у них и так нет, передвигаться в другой район. А я-то могу сказать со своей стороны, что мне кажется логичным, чтобы в разных районах города были подобные центры, чтобы было куда людям пойти в любом районе. И тогда у нас постепенно будет снижаться проблема бездомности, если в каждом бы микрорайоне была такая помощь.
И вот можно еще про потоки. Вот упомянули потоки, да, бездомных. Вы знаете, просто очень часто это словосочетание слышала я 29 апреля на собрании. Вот вы знаете, проект в Вересниках, который тоже упомянули, государственное учреждение нашей коллеги, рассчитано на 50 койко-мест с ночлегом. И тем не менее, вот вы знаете, были ли случаи, может быть, Михаил Николаевич, может быть, вы знаете, были ли случаи, когда местные жители жаловались и говорили, что по их улице неожиданно пошли под поток бездомных людей, вот они ходят туда, вот в этот центр. Были ли такие случаи? Может быть, вы знаете? У меня нет такой информации. Я думаю, что да. Михаил Николаевич в равном стане положения находится. Да. Слушайте, да. Я скажу? Да. Смотрите, коротко. Вот смотрите, вот нужен ли городу аэропорт? Я как бы такой, может, не идеальный пример. Конечно, нужен. Ну, конечно, да. Но он должен быть в центре города? Конечно же, нет. Вот я сейчас не про местоположение. Я говорю, что любой социальный объект, экономический объект, он должен создаваться с учетом интересов всех сторон. Поэтому я, так как представляю интересы жителей, я повторюсь, сам с уважением отношусь к общественным организациям. Да, но при этом для меня приоритет не администрация, там, не общественные организации, для меня приоритет жителей. Я, по сути, представляю их интересы. И мне хочется, чтобы новое место, там, которое появилось в этом районе, оно было с учетом, повторюсь, интересных жителей, хотя бы там учесть по максимуму те пожелания, которые у них есть. Я думаю, что такое помещение можно найти. Да. Михаил Николаевич, простите, но наши люди, нуждающиеся, тоже жители района. Пожалуйста. Не-не-не, мы их не исключаем. Нет. Вопрос просто в том, что, конечно, такое помещение, вот при всем как бы том, что оно должно быть, может быть, на удалении от скопления жилых домов, оно должно быть все-таки в шаговой доступности для тех людей, которые будут помощь получать, мне так кажется. Я очень надеюсь, Михаил, что получится как-то, я не знаю, совместными усилиями что-то придумать с этой историей. Как вам кажется? Ну, с учетом того, что ситуация вышла на такой резонанс, я думаю, что не только я, потому что мне звонили вчера депутаты городской думы, депутаты ЗАГС собрания, которые сказали, ну, давайте тогда, если такая проблема есть, совместно, почему я говорю давайте про областные предприятия? Да. Давайте пробовать решать. Если города нету, но есть у нас внутри Кирова есть областные здания и помещения, вот, можно которые, возможно, придумать. Тоже пустуют или находятся не в самом, скажем, лучшем состоянии и подойдут для этих нужд, как лучше, как говорится, не придумаешь. И локально будет всем удобно, и при этом, скажем, с точки зрения жителей, их эта ситуация не будет беспокоить, тревожить. Да, в конце концов, район-то ведь промышленный, Лепсио, ЦМ мы тут называли, может быть, да, если к предприятиям обратиться, да? Непосредственно, может, тоже получится найти какой-то мы будем очень рады, если будет шаговой доступности, и в то же время никому не будет мешать. Да, мы все к этому стремимся, да, мы, да, конечно, понимаем. Но все понимаем, что проблема-то не денется никуда от того, что мы будем закрывать на нее глаза. Спасибо большое. Михаил Ковязин с нами был на связи, депутат законодательного собрания. Сейчас у звукорежиссера хочу спросить, сколько минут у нас остается до конца эфира. А, ну, у нас есть еще время, тогда давайте есть. Попробуем еще связаться с Натальей Шитько. Да, и пока связываемся, я все-таки Екатерине хотел бы задать этот вопрос. Я к нему подводил, но что-то не успел. Следить, принимать ваших посетителей, кто будет. Ну, мало ли что-то произойдет. Да, станет плохо человеку, человек придет в растерянном состоянии, то есть ему нужна какая-то маршрутизация. А, то есть договоренность в порядке волонтерства еще и с медиками, да, вы собираетесь организовать? Если человеку станет плохо, мы вызовем скорую помощь. Скорую, в этом ничего нет за особенного, порядком, как обычные граждане. Ну, мало за ли, порядком администратор у нас будет запланирован, следить? Человек, который будет постоянно находиться, администратор, и будет следить за порядком. Мы также собирались сделать тревожную кнопку на всякий случай, мало ли что. Хотя у наших коллег в Питере и в Сыктывкаре, да, у них, ну, вроде бы, как я знаю, вообще не было таких случаев, но на всякий случай сделать. Готовы были даже. То есть, различные ситуации предусматриваете, и там в связи с какими-то техническими тоже сложностями наверняка нужна будет помощь специалиста, если, конечно, они возникнут. Да, и кроме того, мы ведь ориентируемся на успешный опыт коллег в Сыктывкаре, да, дома жить организация, и вот ночлежка из Петербурга. То есть мы все перенимаем у них, и правила, и отношения. Там уже есть алгоритмы какие-то разработанные, многолетние, проверенные. Наталья Шитько к нам присоединяется, председатель комиссии по развитию институтов гражданского общества Общественной палаты региональной. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте, Аня. Слушайте, ну вот такая непростая ситуация возникла. Есть проблема, есть организация, которая готова ее решить, есть даже вроде как положительное решение городской думы, но где-то вот в каком-то моменте просмотрели эту историю с взаимодействием с жителями местными, и вот получили такой конфликт. Понятно, что проблема от этого никуда не денется, от того, что там центр не появится на Подгорной 18, бездомные останутся также там же, где они есть, вот, без помощи. Есть какой-то вот механизм, который можно придумать, если, например, говорить про общественную палату, не знаю, там, может быть, как-то тоже с вашей стороны усилить работу, давление на власть. И при всем при этом у нас минута остается. Постараться нужно уложить. Нет, не минута, у нас еще 4 минуты. Давление-то ведь не требуется, на самом деле. Нас поддерживает и администрация, и гордума. Давайте Наталье дадим слово. Да, Наталья. Да, будьте любезны, коллеги, я хочу сказать, что и общественная палата поддерживает организацию «Одиноким нет», и мы включались в этот процесс и просили администрацию найти помещение, действительно, которое бы устраивало всех. Я думаю, надо продолжать эту работу. Если на Подгорной 18 у нас история, ну, скажем так, не состоится, то надо администрации города действительно приложить все усилия там вместе с организацией, там, если нужна помощь от нас какая-либо, то есть найти помещение, которым можно расположить такой центр. Хотя лично я, ну, на самом деле считаю, что это такая большая ошибка. Ну, вообще не ошибка, а, скажем так, заблуждение наших людей, жителей, что там что-то будет, там, не знаю, страшное. И, честно говоря, мне вот это разделение общества, когда я вижу в соцсетях релизы от людей, там, да, посты о том, что мы, там размещается этот центр там, где живем мы, люди, ну, это для меня, конечно, что-то тоже, это тоже сигнал для нас, для людей, что мы настолько уже потеряли какое-то чувство сострадания, там, я не знаю, вообще отношение к людям, которые рядом с нами. Меня бабушка в послевоенные годы приютила одинокую женщину, и она с ней прожила больше 20 лет и похоронила ее, хотя ей само было непросто. А мы сейчас так, так легко, походя, отворачиваемся от этих людей, так тоже нельзя. Поэтому мы готовы дальше включаться в этот процесс, и я думаю, что администрация города тоже, а депутаты городской думы, надо подключаться всем миром и помочь этой организации благое дело делать и, наверное, рассказывать людям, что здесь действительно, ну, не так все страшно. В чем суть проекта? Я хотела поблагодарить, спасибо вам за поддержку большую, и сразу же добавить, что мы общаемся с сотрудниками Департамента муниципальной собственности, и, конечно же, уже обдумываем, какое другое помещение можно попросить, то есть... Есть варианты-то какие-то? Я завтра пойду смотреть варианты. Вы знаете, коллеги, на мой взгляд, если у администрации города и депутатов, если есть желание помочь этой организации, и конструктивные какие-то такие взаимоотношения, а они есть, значит, все будет. Просто надо тогда искать другое помещение, потому что начинать с конфликта с жильцами работу вот этого центра, мне кажется... Тоже не самый хороший вариант и выход. Поэтому я желаю вам удачи, Екатерина. Спасибо вам большое. Если нужна помощь от нас, я, вы знаете, всегда на связи с вами. Да, спасибо вам. Спасибо. Ну и прошу наше общество все-таки повнимательнее относиться к таким проектам и... вникать в них. Быть добрее. Спасибо, поскольку нас поддерживают. Спасибо, Наталья Шитько, общественная палата с нами на связи была. Времени категорически не хватает. На то, чтобы подвести итог. Да, если есть что-то еще. Спасибо. Спасибо вам. И действительно... До свидания. Хотела сказать, что действительно поддержка есть и администрация уж несколько раз, но на всякий случай еще повторю, и гордумы. То есть мы тоже не унываем, мы ожидаем, мы работаем, мы поняли, что в это помещение ни в коем случае с конфликтом мы не будем заходить ни в это, ни в другое помещение. И только хотела повториться, если кто-то хочет оказать поддержку или волонтером побыть, или финансово, то бездомность РФ, это сайт нашей организации, будем там, очень рады. Там можно найти ваши контакты. Да. Спасибо, на этом завершаем дневной разворот. Наши гости Екатерина Арбузова, Анна Лапшина, Владимир Сметанин. Всего доброго. До свидания. До свидания.